Строительство двух важнейших для Великого Новгорода социальных объектов – школы в микрорайоне Ивушки и физкультурно-оздоровительного комплекса на Псковской – идет по плану. Напомним, они должны быть готовы в этом году. Сегодня ход работы оценил губернатор Сергей Митин. Строительство новой школы в микрорайоне Ивушки идет в круглосуточном режиме. Сейчас на объекте трудятся 360 человек. Подрядчик обещает уже через неделю полностью завершить возведение всех 6 корпусов. А через 10 дней закончить и так называемый тепловой контур. В настоящий момент ведутся работы внутренние все, отделочные, инженерные сети, вентиляция, противодымная вентиляция. Кровельная работа закончена на 80%. И, как вы видите, сейчас мы пройдемся по стройке, ведутся полным ходом работы по наружным инженерным сетям, по благоустройству и по спортгородку, там, где дети будут заниматься спортивными мероприятиями. По проекту, кроме класса, в помещениях будут располагаться 3 спортивных зала, столовая, 2 библиотеки, центр дополнительного образования и зимний сад. На прилегающей территории футбольное поле, зона отдыха, площадки для сдачи норм ГТО, велопарковки. Учиться в новой школе смогут сразу 1350 ребят. Сегодня этот важный для Великого Новгорода объект посетил глава региона Сергей Митин. В целом, ходом работы он остался доволен. Мы где-то через недельку еще придем, вот именно посмотрим со стороны внешнего устройства такое, потому что мы все-таки уходим на такой длительный период, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель даже, вот на почти полгода, чтобы здесь и люди жили нормально, и мы видели, что все это такой объект, он не является разносчиком для всего микрорайона, грязи и неудобств каких-то создания. Все выполнено. Договорились. Побывал глава региона и в строящемся спортивном центре на Псковской. Контракт на возведение объекта был заключен с компанией «ТРЕС-2» 26 сентября. Сейчас строители активно занимаются благоустройством прилегающей территории. Внутри здания сделаны все коммуникации и ведутся отделочные работы. Те работы, которые надо, мы уже их охватили. Договора заключили по материалам. Есть проблема по поставкам. Срок изготовления и то основной материал 20 ноября уже будет поставлен сюда. Поэтому мы пока не видим проблем. Центр предназначен как для тренировок, так и для проведения соревнований регионального и всероссийского уровней. Псковский микрорайон активно растет, поэтому современный спорткомплекс здесь крайне необходим. Строительство объекта находится на постоянном контроле правительства области. Впрочем, как и возведение новой школы в Ивушках. Состоянием обоих объектов мы сегодня очень довольны. Потому что и на первый, и на второй объект пришли очень приличные компании, солидные, с людьми. Здесь вообще этот ТРЕС-2, который зарекомендовал себя очень позитивно, наши строители. И я впервые вот за 5 лет увидел здесь реальное продвижение. Добавим, что оба объекта должны быть сданы уже в декабре, и подрядчики обещают выполнить свои обязательства в срок. Вероника Карпесонова, Сергей Корнев, новости, Новгородское областное телевидение.